Все опушки леса заминированы вот такими красивыми грибами, белыми боровиками. Прям как будто кто-то рассыпал их специально. Ходил, минировал грибочками весь лес. Ох, какой красавчик. Ну, приятно же, да? Погрызли его чуть-чуть. Послушайте только звук. Как москиты. Ох, как москиты лезут. Они просто пытаются меня всего съесть. А я же невкусный. Здравствуйте, друзья и гости нашего канала. Сегодня мы прогуляемся с вами по лесу. Поедем на новые места, где растут боровики. Нам прям сказали, там лес заминирован весь грибами. Ну вот и посмотрим, так на этом на самом деле или нет. Потому что уже подходит к концу первая волна грибов. И буквально с 20-30 чисел пойдет вторая волна грибов. Вот мы хотим на завершение. Поэтому присоединяйтесь, пойдемте посмотрим, что мы с Анечкой насобираем. Вперед, лес! Всегда видел только на бруснике только ягоды. И вот довелось мне увидеть, как она цветет. Красивое такое соцветие, такие колокольчики беленькие. Будет ягоды очень много. Утро. 5 утра. Пока все комары спят, мы с Анечкой выбрались в лес по грибы. И недолго думая, недолго заставляя себя ждать, мы обнаруживаем грибочки. Вот такие красавцы выросли. Вот такие вот спрятались. Давайте будем с вами их собирать. Так, это вот уже сгнивший. Это тоже, как видите, поворачиваем голову. Смотрим, что у нас тут. Сидит, спрятался такой. Так, ну так, шляпка плотненькая. И нашка плотненькая. Ох, какое семейство. Так, засыпаем. Так, ну вот такой вот нам первый красавчик попался. Ну ладно, первый. Сейчас я вам покажу, что я еще увидел здесь. Ох, поворачиваем голову. Вот он под пенечком сидит, красавчик. Вот такой вот белый боровик. Спрятался, на нем уже всякие мошки тут ползают. Ух ты, давайте посмотрим. Ну такой плотный, хороший, смотрите какой. Ох, сколько сразу с под него мошкары. Гриб хороший, плотный. Сейчас мы срежем мошку, посмотрим, как тут у нас обстоят дела. Ну вот, первый заход, и мы сразу видим, что у нас есть. Сейчас мы посмотрим, почистим. Посмотрим, почистим. Нормально. 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 Вот так. Ну что ж, первый гриб, и отправляется он у нас в лукошко. Отлично. Поторопился я выключить камеру, потому что здесь я вижу кладезь грибная. Вот такой вот еще один спрятался. Такой вот он весь хочет, чтобы мы его забрали с собой. Если бы он не хотел бы, мы бы его не заметили. А так у нас получается хороший такой грибник. Вот так вот. Вот такой вот у нас хороший гриб. Замечательно. Прекрасно. Смотрим дальше. Друзья, грибники, внимательно. Поднимаемся на холмик. И сейчас мы с вами должны увидеть еще грибы. Так, вон он.
если я правильно вижу. Потому что сквозь сетку на голове видны только сеточки. Кубики, квадратики. Так, ну вот он еще один спрятался. Так, уже. О, еще один. Великолепно. Думаю, кто тут прилип? Это, кажется, комарье. Ох, какой он плотный. Забираем его. Один. Тут у нас еще один, но этот сгнивший. Так, этот мы засыпаем. То есть воды, дождь был большой. У нас 3 дня поливало. Видать, они еще и того, и подгнили. Так что по холму сейчас пройдемся. Они тут очень любят сидеть. А природа-то какая. Тишина, птички поют. Прям хочется помолчать. Я, конечно, могу, друзья, произнести свой весь возглас от того, что я вижу. Вот 2 булочки хлебные. Вон там впереди, и вон там впереди, и вон еще. Это ж какая красота грибная. Давайте посмотрим. Ух ты, осторожно. Под ногами гриб. Так, тоже сгнил. Тоже сгнил. То есть много сырости тоже не есть хорошо. Посмотрим, что у нас этот. Плотненький. Плотненький. Вот так вот выкручиваем его. Мхом закрываем. Отправляем. Следующий смотрим. Вот такой вот у нас. О, этот уже сгнил. Вот он весь такой сгнивший. Так, давайте пройдем. Так, тут вроде бы под ногами я не вижу. Пройдемте. Посмотрим, что вот это за булочки хлебные. Ах, какой каравай. И чем ближе, тем красивее. Так, вот один. О, плотненький. Это хорошо. Опа. Такое-то. Так, этот. О, да, не все плотные. Нет, смотрите, видите, гнилой. Наверное, этот такой же. Ух, какой. Какой гриб. Да. Перерос. Но он, друзья, сгнивший. Так что оставляем его белочком. Ножки прикрываем. Вот, возьмем только один. И то потом проверим. Так, вот этот тоже тут у нас стоит. Тоже, наверное, сгнивший. Так. От сырости. От сырости. Ква-ква. Ох. Грибная полянка. Так, поворачиваем. Так, лишь бы не наступить на молоденькие. Вот еще 2. А вон еще сразу 4. Боже ж ты мой. Вот это грибной год. Так, ну этот у нас гнилой. Так, этот, наверное, тоже. Даже не трогаем его. То есть у нас сейчас будет... О, какой подберезовик. Или подосиновик. Так. Ну вот он такой вырос. Красавчик. Сейчас мы его проверим. Посмотрим. Его мы срежем. Ножка замечательная. Ножка чистая. Вот такой вот гриб. Забираем. Ну так, ну давайте все-таки эти посмотрим. Ну, судя по внешнему виду, какая-то часть из них точно нехорошая. Так, такие, конечно, мы не берем. Этот мягкий, этот, этот. Все они мягкие. Только для картинки. Для картинки.
Так, комары, конечно, поприлетали уже, узнали нас с прошлого раза. Так, ну вот рассматриваем двух близнецов. Так, этот у нас такой. И вот это такой. Вот такие. Хорошие. Белый боровик. Так, ну я думаю, что здесь будет еще в округе. Сейчас мы поищем. Обратите внимание, действительно очень много грибов высыпало. Прям, но не все можно брать. Не все. Очень много мягких уже подсгнивших. Так, вот под ногами у нас сидит вот такой вот боровичок. Проверим его плотность. Плотность отличная. Этот мы возьмем. Ну, вот такой вот первый сорт мы и берем в основном. Вот, все, что остальное выше, это у нас не котируется как гриб. Поэтому такие мы не берем. Так, вот подходим дальше. Смотрим. Еще на поляночке два. Так, вот этот у нас гриб такой хороший. Ага. Вот. Этот тоже просто великолепный. Вот такие мы заберем. Заберем, заберем. Такие, друзья, у нас два с вами грибочка. У нас уже почти пол корзинки. Так. Ух ты. Здесь очень много. Здесь нужно внимательно прям не наступить. Не наступить. То есть поставим корзинку тут. И вот они у нас пошли. Значит, один такой вот гриб. Белый боровик. Так, отлично. Вот он, второй. В нашем великолепном лесу. Ну, такое. Может быть и хороший. Может быть и хороший. Так, грибницу прикрыли. Так, смотрим. Поворачиваем голову дальше. Так, вот они у нас еще сидят. Обязательно внимательно смотрим под ноги. Молодежь повырастала. Так, ну этот брать мы не будем. Как видите, его уже съели. До нас. Так, где-то я здесь тоже обнаружил. Вон они сидят. Давайте посмотрим. Это все в радиусе шаговой доступности. Так, посмотрим, как этот у нас с травки. Так, это у нас масленок. Вот такой вот масленок. Хороший масленок. И вот он еще один такой спрятался. Масленок. Вот два масленка есть. Сейчас мы пойдем еще маслят пособираем. Так, смотрим. Так, ну эту булку хлеба мы брать не будем. Хотя очень аппетитная, красивая. Такие когда-то в Беларуси мы собирали. Да, он жидкий. Так, вон еще два. В общем, но мы их не берем. Не берем, продолжаем искать дальше. Где-то там Анечка бродит. Тоже, походу, грибы собирает. Раз разговаривает. Так, ну вот мы смотрим, под ногами у нас растут отменные грибочки. Спрятались. Спрятались. Такой вот он. Боровичок. Это высший сорт. У нас их любят. Так. Грибницу прикрываем. Смотрим. Еще один. Вот такой вот. Тоже спрятался. Так, отлично. О, нормальный. Нормальный. Забираем. Так, поднимаем голову повыше. Вон он сидит среди небольшого количества мха. Вот такой вот гриб.
Боровик. Вот этот хороший. Тоже забираем. Вот такой вот у нас грибок. Так. И рассматриваем детально, прям по детально, очень внимательно местность, потому что на этой местности растут еще. Так, ну я уже обнаружил один, второй. Голову поднимаем. И вот, о, сразу два. Сразу два. Потом выше вон еще один. И где-то тут я... Ладно, давайте, пока мы эти не потеряли, их сберем. Вот такие-то они у нас сидят. Так, этот уже, видите, сгнивший. Так, а этот вот плотненький. Плотненький. Привет, друг. Пойдем с нами. Так. Прикрыли гребницу. Гриб забрали. Поднимаем выше голову. Так. Вот он сидит. Проверим его. О, да тут еще один. Вот смотрите. Раз. И еще один. Так, ну этот у нас сгнивший. Проверим вот этот. Этот тоже сгнивший. Так. Так, смотрим, что у нас вот повыше. Так, о, этот плотненький. Вот он тут припрятался. Этого мы заберем, друзья. Так, смотрим дальше. Смотрю, что это место тоже знают грибники. Приходят. Наверное, вчера-позавчера тут кто-то был. Посрезали. Ну, место знатное. О, а как это я так прозевал? Прямо возле корзинки. Вот, не заметил. Не заметил. Так. Так, ну вот таких вот два карандаша у нас взяты. Это целенькие, хорошенькие, плотные. Остальные смотрим. Смотрим внимательно. Добежала я до Вальдемара. Руки все съели просто. 5 сек. Надо хоть намазать. Закусывают нас, закусывают. Да. Мы сейчас теперь умные, видите? Головы закрыли, лица закрыли. Тут все хорошо. А вот с руками маленечко плохо. Вот они даже вообще, зараза, садится. Ладно, я вот тут. Так. Ну что? Комары комарами. А грибы грибами. А грибы? Я тут пока шла за волшебным зельем. Отворотным. Я, смотрите, что вижу. Та-та-та-та-та-та. От меня никто не спрячется. Ну что, грибочек, полезай в кузовочек. Ох, какой он. Боровичок. Потом пенек обратно положишь, видишь, да, это желтый. Грибница, это грибница. Угу. Ну что, срезаю красоту лесную. О, вот этот чистый. Между прочим, это первый чистый боровик. Я, наверное, штук 20 или 30 прошла. Давай, бревнышко на место. Да, и они. Угу. Все у меня червивые. У Вальдемара тут... Ложи так же аккуратно, как лежала. Да, как было. Ну, давайте. Опа. Поправь нормально бревно. Красота. Во. Теперь точно знаем, что здесь будет в следующий раз опять я грибы. Давайте быстрее. Смотрите, сколько мы там в тот раз пропустили боровиков. Этот они новые повырастали, но это такие, это мягкие. Это мягкие. Да, ну так, можно срезать. Ох, какой вот, смотрите, возле Анечки один, да второй. Может быть, на сушку пойдет. Ну-ка, показывайте. Нет, он уже старый, вот, съели его прям вообще хорошо. Да. Мы такие уже, как правило, не берем, видите, они насквозь. А ну-ка, этот красавчик. Это тоже такой же. Мы сейчас грибницу размажем. Вот видите, да. Вот напрочь съедено. То есть даже можно не поднимать. Угу. Так вот эти два тоже не стоят. Не вижу. Давай, я. А я пойду сказать, смотреть внимательно. Сейчас найдем. Вон они какие здоровые стоят. Но мы пройдем их мимо. Ну только посмотрим, какие они красивые и большие. Вовсю растут, растут и растут. А мы ищем маленькие.
пока таманушка как медведь ползает по лесу. Вот. Я тут еще один нашел. Будем надеяться, что он плотный. Да. Не, не плотный. Такой. Никакой. Ладненько. Посмотрим дальше. Великолепный гриб. Ух ты, иди сюда. Ну, можем так сказать, на сушку пойдет, но сейчас мы его разрежем, посмотрим. Нет, не пойдет он на сушку. Оставим его белочком. Оставим его белочком. Вот, смотрю, боровик полностью червивый. Сейчас посмотрю, что Вальдемар собрал. Он выкручивает грибы. Ну вот, видите, боровик отошел. Шляпка такая, может быть, еще ничего. А этот, а ножка, вот она прям совсем напрочь. Да, с виду красивая. С виду красивый гриб. Ну, это у нас считается третьим сортом. Вот, видите, уже когда да, такое мы не берем. Желтая. Вот, так-то он бы ничего, но, увы. Увы. То есть, вот вид хороший, но... Презентабельный. Даже, наверное, на сушку. Ну ладно, можно на сушку. Анечка перебирает мои грибы. Нет, сейчас вот тут нарежет. Это большой гриб. Ну да, я просто ради красоты его взял. Ради красоты мимо не пройдешь. Вот это тут, наверное, даже неплохой. Да, у меня там пол. Вот видите, вот напрочь. Переполовинить можно. Напрочь. Да, 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 да. Ну, боровика можно сразу не брать, потому что отошел боровик, только краснодоловец. Вот маленький, видите, что? Вот насквозь. Это масленок. Масленок нормальный должен быть. Да, масленок, на удивление, хороший. Ну, вот этот может ничего на сушку пойти. Хотя он тоже. Тоже, да? Да, ну вот шляпка еще на сушку пойдет. Тоже, в принципе, рыхлый. Это вроде и молочная спелость, а вот смотри, что. О, напрочь. Да, 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 да. Жалко. Это тоже, думаю, такое же. Машкарам будет еда. Угу. Где яички отложить. Комаров-то, ёшкин кот. Даже не помогает. О, вот этот хороший, смотри. Угу. Потому что он в песке. Ну да. Вот что в песке сидит шляпкой. Там ничего, в общем, будем, наверное, только поднимать сейчас. Но их щупать надо. Не сел на скос. Видишь, что? Угу. Они отошли и отошли конкретно. Так, ну ладно, это на сушку еще. Как-то тут. Вот такие. Еще маленечко. В итоге... Из полкорзинки два грибочка, да, абсолютно верно. Только на камеру снять, вот, потому что, да, боровик отошел, прям от слова совсем отошел. Ну, ждем. Это были, то были первые весенние. Хотя дожди отличнейшие. Так они гниют от слишком переизбытка влаги. Ну, тепла еще не было. Ну, в общем, поднимаю, наверное, только подосиновик. Больше гриба нету. Просто сейчас время, получается, теряешь, затрачиваешь. Вот он вроде, он хрустит, прям отлично вот хрустит. Да-да. Но, ну, вот сожалению... как обратили внимание, друзья, вот такая гора уже перезревших или червивых грибов. Все. Все, Анечка, забраковала меня. Взяла два грибочка. Остальное говорит... Да, остальное сказала, пусть зайцы едят. Пойдемте собирать, искать нормальные. Иду я, значит, такой иду. Свернул в опушечку. Смотрю. Гриб под ногами растет. Такой плотный.
Посмотрим сейчас. Вроде такой хороший. Поднимаю голову. Смотрю. Еще два. И еще один. Сейчас мы проверим, насколько. Так, ну этот никакой. Этот никакой. Гнилой. Его оставим. Вытащим, а грибницу прикроем. Посмотрим вот эти два. Вроде как плотные. Так, ох, какой тут еще один такой маленький. Его, скорее всего, возьмем. Так, и вот он еще один. Так, его мы тоже забираем. Так, ну вот у нас таких вот семейства в одном месте выросло. Я думаю, что если я еще пару метров пройдусь, я еще найду. Ну, давайте будем смотреть, что с ними. Вот я их почистил. Все четыре оказались годными для пищи. Забираем и ложим в лукошко. Так. Еще один. И вот еще один отправляется у нас в корзинку. Пойдемте смотреть. Наверняка здесь есть еще. Что-то кукушки прям раскуковались. Как будто кого-то слышат в лесу. Так, ну я вижу впереди. Давайте ускорим шаг. Так. Вот, проверим вот этот. Вроде плотный. Вроде плотный. Такой кругляшок. А чтобы его посмотреть, надо его срезать. Ну, такой чистенький. Отлично. Так, вот он еще один. Вот этот кислый. Жидкий. Жидкий гриб. Так, здесь кто-то уже грибок подымал. Даже не подымал, а так его пнул ногой. И рядом. А рядом-то вырос-то ничего. Сейчас мы его посмотрим. Нет, рядом. Рядом такой же. Так. Вот кто-то прошелся и не прикрыл. Посмотрим. Может, под осиновиков, под березовиков насобираем. Сейчас с Санечкой проедем в другой лес, где растут в основном они. Так, возвращаемся. Поедем с Санечкой дальше. Вон Анютка блуждает. Так, ну следов вроде бы ничьих не видно. Значит, можно не переживать, что тут кто-то ходил. Поедемте. Вода настолько разлилась, что все болотца заполнены, все лужи. И еще одна заминированная полянка грибами. Ох, какие красавцы. Прям отменный белый боровик. Выглядит очень симпатично. Красиво так вырос. Но это не наш размерчик. Мы его обойдем стороной, дабы не попасться на обманку. Мы идем дальше. Ах, как кусают. Так, ну что, по ту сторону. О, бугра. Здесь тоже все в сырости, все полностью покрыто водой. Здесь мы еще великолепно отдыхали в прошлом году. О, справа вода и влево вода. Вся дорога покрыта жидкостью. Так, ну что ж.
возвращаемся по той же тропинке, дабы не наступить нам на поляны лешим, заминированными грибами. А то раздавим их, и будет неприятно. Так, здесь мы уже ходили. Потихонечку возвращаемся к машине. Наше грибное путешествие закончилось сегодня с утра. Весь лес усыпан, даже сказал бы заминирован грибами, боровиками. Ну их вообще, вот поднимаешь, они насквозь червивые. Вот, маленечко удалось насобирать красноголовиков. Сейчас волна, сезон или время красноголовиков. Вот маленькие, еще меньше. Такие покрупнее посмотрим. Подойдет, не подойдет, но визуально как бы хороший красноголовик. Немножечко все-таки удалось найти боровиков. Вот. Ну, в общем, нас искусали и пора на работу. Поехали. Вон машину всю кусает. Машина тебя кусает? Да. Вообще, короче, не знаю, как машина, но мы опять все искусанные. Так ты про... И так больно. Побежали отсюда. Поехали отсюда.